Всем привет! Я сегодня приехала в авиапарк. Сейчас час дня, но на улице очень хмуро и очень-очень прохладно. Ап, и я уже в магазине. Играет музыка. Народу сейчас не очень много. Вот эти живые цветы. Вот такая кровать должна быть дома. Мне понравилось. Пойдем в Зару. Посмотрим, что тут есть. Смотрите, какая красота. Ой, какая красивая вещь. Мне очень понравилось. И тяжелая, притяжелая. Симпатичная. Вот тоже оформление детской кровати. Видите, как здорово. И птичка. Фламинго. Это мы в Стокман зашли. Я тут меряю обувь. Стокмане по скидке. Дезерт букс. Это обувь для пустыни. Можно в пустыне ходить по песку. Видите, она какая. Но вот это вот грубое мне врезается. Так, очень интересно. Дезерт бутс. Стоят они почти 9000. Примерка. Сейчас покажу, какую удобную обувь я нашла. Ну как вам? Такая удобная. Ну как на ноге. Удобные, теплые. Классные. И для ходьбы хорошо. Сейчас посмотрю, сколько стоит. Вот, 9490. 50% скидка. Как бы. Очень удобно. Столько обуви я тут перемеряла. И ничего не подошло. Сейчас рыбок посмотрим. А потом пойдем уже в другое место. Полюбуюсь рыбками. Вон рыбки плавают. Ох, сколько народу. Стайками плавают рыбки. Вон навесной кафе. И там навесное кафе. А. Сколько рыбок. Ну ладно, пойду. Здорово, как оформлено. Красиво. Посмотрите, как придумано. Косметика висит. Висит. Вон там бургер. Хочешь посмотреть? Мне кажется, там дороговато будет. Вот к краю не буду подходить. На самом верху, под самой крышей. Этаж для еды. Все кушают, пьют. Ну, пойдем сюда. А у тебя сюда? Мороженое-то. У нас тут скидка на мороженое. Сейчас бесплатно мороженое возьмем. Зашли вот в кафе сюда. И вот взяли попить. Один карамельный, другой арахисовый. Я не знаю, какой из них арахисовый. Я вот только картошку поем. И попью. Пить хочется. А больше ничего. А Вадим у меня взял жирный бутерброд. Настоящей говядины. А вот здесь ребятишки катаются на машинках. Сейчас куртку сниму, потому что очень жарко. Пальмы здесь. Красиво. Вон сколько много пунктов питания.
видно там, кто бегает. Человек-паук. Развлекает. Там какой-то праздник. Для детей. Там у кого-то что-то проходит. День рождения, наверное. Ты кто? Привидение. Ух, какая здесь лошадь. Тихо. Вон там мышата. Так вам такие мышатки. Это песчанки, а это вот травку кушает. Интересно, так кушает. Как ты травку кушаешь? Ой, как ты травку кушаешь. Сено. Интересные такие. Жалко их. Здесь птички. Птички-невелички. Кто-то пищит. Неразлучники пищат. Ой, как вы пищите. Ой, как вы пищите. Устали, наверное, птицы и звери. Тут есть вот мейн-кун. Да что красив. Ой, ты моя прелесть. Смотри, как свесился. А? Какой симпатичный. Купите такого красавца. Ай-тя-тя-тя. На качели он лежит. Мне кажется, им здесь лучше, вот где там. Места больше. Качели у него. А здесь маленькие собачатки несчастные. Вот они. Кто чем занимается? Кто косточку грызет? Кто спит? Жалко их, несчастных. В Ашан сходили, народу куча. Только батарейки купили. И салат. Вот наши все покупки. Не знаю, что там все покупают. Ну и покупки мы сегодня свершили на 300 рублей с копейками в Ашане. И поели. И больше ничего такого хорошего мы сегодня не нашли. Сейчас поедем домой. Как мы удачно сели в автобус. Только подошли и сели. И пустой он. Мест много. На улице уже темнеет. Сколько сейчас времени-то? Где-то 5 часов. Какое здание? До самого дома поедем. Сейчас еще будет Сокол, метро, аэропорт, Тушин, Митино. У него такой маршрут длинный. Ладно, все. Только валидатору убедитесь, метро, что проезд оплачен. Обращаем ваше внимание, на маршруте усилен контроль оплаты проезда. Штраф это за неоплаченный проезд составляет 1000 рублей. За неправомерное использование народу тоже 2500 рублей. Благодарим вас за своевременную оплату проезда. Сейчас мы с Ленинградки на Волоколамское шоссе съезжаем. Видите, сюда уходим влево, а направо туда Ленинградка. Что ты там делаешь? В окно смотрю. А? В окно смотрю. Зачем?
какой большой рекламный щит. Приехала, а у нас там салют, праздник у кого-то. Красиво так бабахало.